Доброго времени суток. Вот такая сегодня публикация. Лето. Как раз тот период, когда нужно заниматься ремонтами, перестановками и всем остальным. Полнейший творится сейчас, как вы видите, Армагеддон. Потому что делаются, есть необходимость в больших холодильниках. Тут вот какие-то культуры немножко переехали сюда. Здесь тоже конец света. Везде. Вот, кстати, розовое что творит. Жарко просто. И есть необходимость холодильники. Вот занимаемся созданием холодильников. В принципе, чему присвячен этот ролик? Вот что хотел здесь я показать. Конечно, бывает, что в 1% случаев, когда грибовод начинает там с нуля, все там чисто под грибы, по каким-то рекомендациям что-то делать. В основном 99% людей приспосабливают какие-то помещения под это все. Вот здесь оказался именно вот тот случай. Здесь, как видите, пришлось заштукатуривать угол, дозаливать стяжку, потому что она была почему-то здесь на целую ступеньку ниже. Вот, здесь стояли раньше холодильники. Вот, теперь со стенами здесь это отдельный разговор. Это полный, то что называется, мягко говоря, грубо выражаясь. Сами понимаете, что. Значит, здесь с одной стороны, ну здесь хотя бы повезло, здесь деревянная стена. И здесь пятерка брус, вроде бы как сошлось пенопластом. Пенопласт крепили, крепил я вот шурупами. И такие вот вырезы еще запенил. То есть уперся он, держится здесь хорошо. То есть плотненько здесь лег. Вот здесь тоже повезло, то же самое, деревянный брус. Но строение старое. Кто-то когда-то не то что там делал под какие-то размеры. Вот брус здесь оказался не пятерка. Потому что пенопласт здесь пятерка, а брус вот не пятерка, а какая-то шестерка с половиной. То же самое и здесь. И придется как-то выходить из положения. Двойку здесь не приклеишь, потому что за толсто. Единицы такого пенопласта не бывает. Здесь вообще отдельная история, потому что с внешней стороны у нас находится плоский шифер. Потому что вот в этом помещении, где мы сейчас находимся, это просто-напросто, это вроде бы как такая вот веранда. Веранда, сделанная из... Много там из дерева, а здесь из шифера. Значит, проблематично было выйти из положения в этой ситуации, что-то здесь сделать. Здесь я нашел очень такое хорошее решение, и вот хочу с вами поделиться. Там матерые строители, я вас понимаю, что вы там большие умники, большие строители. Я не строитель. Мне приходится изобретать какие-то самостоятельно вот решения. И вот здесь, смотрите, значит, пенопласт к вот такими зубчатыми вырезами. Вот, я залил просто пеной, пену обрезал, и пенопласт очень хорошо пристал, вот, ну, так пристал, но стоит, не падает. То есть хорошо держится к этой стене. В дальнейшем, ну, сами понимаете, что такое пенопласт. Вот, пальцем протыкаем, пальцем делается в нем дырка. Вот вам и пенопласт. А в дальнейшем здесь планируется сделать полки и стеллажи для хранения мицелия и запустить. Вот сверху специально, предусмотрительно оставлена вот такая канал, куда будет подаваться холодный воздух из другого помещения. Это будет, то есть, два таких смежных холодильника.
которые будут сообщаться. Значит, сюда будет задуваться холодный воздух из другого помещения, в котором будет стоять непосредственно сам охладитель. Вот, поэтому такой потолок вот здесь дополнительно дал. И естественно здесь напрашивается вот эта вся высота, что нужно этот потолок все-таки брать, доваривать вот здесь какие-то держатели, все-таки давать брусья, крепиться к нему и выравнивать это все в ровную, потому что здесь высота, вот как вы видите, где-то 2,40. Больше нам здесь объема не нужно, потому что этот объем нам придется потом охлаждать. Проблема будет в том, что сверху будет то, что называется сексодром для мышей. Но мы как-то с этим вопросом будем решать. Обычно я их отучаю, у меня их редко, они у меня здесь заводятся, но иногда, когда появляются, я их быстро и системно отсюда отвожу. Значит, придется потолок все-таки, как бы это мне не хотелось и лень это делать, но придется его вести до конца и делать его в ровную. И то же самое потом уже утеплять непосредственно каким-то способом. Или с другой стороны утеплять его сверху, снимать шифер, там перестелять и утеплить его сверху. Вот, здесь для утепления применили, вот как видите, пятерка пенопласт. Вот такими зубьями я его тут запенил, задул. Я уже подрезал вот это все. Сейчас подготовил уже к последнему этапу. И нашел вот такое хорошее решение. Вот как вы видите здесь. Вот здесь на клей для гипсокартона. Вот, я применил именно клей для гипсокартона, потому что был у меня опыт раньше работы поклейки вот этой пенофольги на клей ПВА. Ну, мучительное это дело, оно плохо, оно все приклеивается, и так это все как-то не совсем хорошо. Вот, значит, наносится гребенкой. Я гребеночкой, где-то она у меня есть, гребеночка. Ну, понимаете, какая гребеночка. А что для плитки? Вот, наносится довольно-таки толстый слой равномерно. И потом плоским валиком вот это все я прикатываю и выравниваю вот эту поверхность. То есть разгоняю вот этот клей вот равномерно под вот эту пенофольгу. Теперь смотрите, что мы в результате получаем. Если у нас просто пенопласт, вот это у нас фигня, а не поверхность, то здесь мы получаем твердую, очень довольно-таки прочную поверхность, которой можно спокойно себе ставить стойки, которой можно упирать, там ставить. Мы же здесь не воевать будем, не стрелять по этим стенам, просто будем тут ставить где-то вот на полочке. Как-то тут примонтируемся, привяжемся или приварим, или новые распорочки поставим. И будем здесь снизу доверху в холодильничке хранить мицелий. Так что смотрите, вот этот совет, возможно, будет очень полезен, потому что мне часто задают вопрос, а что мне делать, у меня бетонный подвал, как мне его там утеплить, что мне с ним сделать и так дальше. Сейчас, в наше время, разных клеющих составов для того, чтобы приклеить пенопласт к любой поверхности, хватает в бесконечном количестве. То есть наляпываете там этого клея, приклеиваете просто эти плиты к любой поверхности, которая у вас есть, и в дальнейшем проклеиваете это все пенофольгой. И вы в дальнейшем получаете вот такую хорошую, во-первых, инфракрасно изолирующую поверхность, во-вторых, прекрасно моющуюся, она прекрасно носится, проверена уже у меня в грибарне за много лет, где можно просто там из душа поливать, там как угодно. Вот, и таким вот образом вышли из положения и решили вот эту проблему с этой
плоскошиферной у нас верандой. Здесь у нас стены уже капитальные. Ну, не знаю, буду я их обклеивать или не буду обклеивать. Ну, скорее всего, правильно бы было их тоже бы проклеить. Ну, для термоизоляции. Ну, будем уже делать холодильник, то уже там будем решать, что там проклеить, что не проклеить. Но главный совет, что хотел сказать, что если у вас есть какие-то проблематичные такие подвалы, там помещения, куда сложно что-то туда примонтировать, то берите наклей, лепите пятерочку пенопласт, а на пятерочку пенопласт на гипсокартонный клей для гипсокартона. Вот прекрасно плоским валиком вы его раскатываете. И вот смотрите, как прекрасно вот это все держится. И вот такое получилось у меня сейчас. Ну, это все в процессе еще доработки. Тут опять же таки еще надо будет поверхностную стяжечку заливать, потому что здесь неровно. Ну и понятно, что это все довести до конца. Что получится у нас в результате, я расскажу немного